Доброе утро. Утро начинается с лягушки и завтрака. Потом мы будем собираться и поедем. У нас сегодня такие планы. Мы хотим заехать в Острог, потому что, чтобы потом в горы опять не ехать. И потом поедем в Котор, где у нас зарезервированы апартаменты. Кордик. Вот такие планы. Здесь вот тоже такие страшные звери живут. Мамочки. Он какой-то беременный, что ли? Толстый такой. Или наелся? Какая лапа длинная. Ну все, мы выселяемся уже с этого домика. Дима! Thank you.
Что-то такое интересное по дороге увидели. Пойдем, пойдем. Сейчас пройдем. Кажется, это Никшич. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это где-то по дороге в Никшич. Живописненько и симпатичненько. Община Санник какая-то. Ну как в этом? Ну только это, наверное, тара есть. Да они, короче, загородили ее просто и все. Облагородили скорее. Какой мост интересный, украшенный горшочками с цветами. Даже непонятно, где оно начинается. Интересно, рыбу ловить. Кинул, смотришь. Это вот там, короче, глаза похуже головы. Я рыбу потеряла. А, вот она, рыба.